Всем привет-привет! Вы на канале Лаки Джесси! Не забудьте подписаться и ставьте лайк, потому что в конце этого видео будет сюрприз. Ребята, вы знаете, что недавно было мое день рождения, и я хотела разыграть приз между вами. Да, ребята, в честь этого мы хотим разыграть между вами приз. Смотрите наше видео до конца, и вы узнаете, как можно получить наш приз. Сейчас я вам покажу, что вы можете выиграть. Вы можете выиграть шапку. Вот такого мягкого покемона, шапку от Жени и наборчик всяких сладостей. Я могу рассказать, тут есть палочки для еды. Здесь есть шпажки японские, есть чехольчик для термоса, красивые японские резинки, ручка манекинеко. И сладость такая восьмерка. Сладости, вот здесь сладости есть. Конфетки. В общем, вот такой подарок, ребята, вы можете получить в конце этого видео. Смотрите до конца. Смотрите! А сейчас мы поедем в музей фотоиллюзий. Поехали! Фотоиллюзии. Музей фотоиллюзий. Нам надо туда прямо идти по этой дорожке. Пошли. Вот мы, ребята, уже пришли в музей фотоиллюзий. Так он выглядит. Вход его. Мы заходим в серединку и посмотрим, что там нас будет ждать. У вас сколько билетиков? Два. Музей фотоиллюзий. Здесь такая комната. И здесь мы видим разные фотографии. Можно остановиться. Вот здесь на полу есть подсказки, как фотографировать нужно. И сейчас мы увидим. Вот корабль, вода вытекает. Смотрите, здесь можно вот так наклонить картину, и вода будет вытекать. Самое интересное, это отдельно голова и штаны. Сейчас пойдем попробуем, да? Давай. Ой, ой, что происходит? Где твои ноги? Ребята, еще можно дать. Человек-паук спасает Женю. Смотрите. Акула съедает его. Нет, вот его пасть. Поймай. Сейчас она тебя съест, убегая от нее. Вот такие фотоиллюзии. Деньги. Сыпятся прямо. Это космос, можно побывать в космическом корабле, да, в невесомости. Невесомости, быть космонавтом. Да. Такие получаются фотографии. А это волшебное зеркало. Это два человека. Два человека садятся на два стульчика и получается отражение. Ребята, мы уже побывали в музее фотоиллюзий. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забудьте. Вам понравился музей фотоиллюзий? Мне он понравился. Хотели бы здесь побывать? Да. Какая тебе особенно фотография мне понравилась? Мне нравится, что она сидит, это разлом. Разлом это что? Ну, это вулкан. А, вулкан тебе понравился больше всего. Да, хорошо, пошли домой. Идем. А дома, ребят, ждет розыгрыш. Да, ждите его, ждите. Ребята, вы молодцы, что досмотрели этот ролик до конца. Потому что сейчас будет самое интересное. Конкурс. Сейчас мы объявим условия конкурса. Ребята, чтобы получить этот приз от меня, надо подписаться на мой канал, подписаться на мой инстаграм,
Правильно, подписаться на Женин канал Lucky Jackie, на Женин инстаграм. Ссылочка на инстаграм будет или в описании, или здесь прямо. Или тут. И над этим роликом нужно написать комментарий со словами «Хочу подарок». И все, этого достаточно. Просто одну фразу «Хочу подарок». Ребята, вы помните, что тут коробочки? А ну покажи нам еще, что у тебя в коробочке? Покемон. Покемон, вот такой замечательный покемончик. Вот такой покемончик. И целый набор разных-разных штучек. Манекенеко. Это и... чехол для термоса, ручка японская манекенеко. С котиком манекенеко, вкусняшка, резиночки стирательные, целый набор, которые разбираются, ими можно играться, и шпажки для еды. Диснейленд. Вот такой вот набор, вот такой вот подарочек получит тот, кого мы выберем. Кто сделает условия конкурса? Кто выполнит условия конкурса, молодец. Мы ждем. Ребята, победителя... мы определим генератором случайных чисел. Каждому, кто напишет в комментариях слово «хочу приз», мы присвоим номер, порядковый номер 1, 2, 3. А потом генератор случайных чисел выберет одного победителя. Желаю всем удачи! Жду ваши комментарии, ребята. Результаты конкурса мы объявим 11 ноября. 11 ноября вы узнаете, кто победил. Приз. Ребята, желаем всем удачи. Всем пока-пока. Участвуйте в конкурсе. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Да, ребята, все участвуйте в конкурсах. И всем желаем удачи. Пока-пока.